Друзья мои, всем привет! А сегодня вам расскажу про сериал «Мститель». Ну, это, конечно, не Марвел, но тем не менее тоже здесь есть «Мститель». Также есть еще вторая часть названия этого сериала «Страшный лес». О чем же данный сериал? Если сериал разворачиваться в 2000-е годы, Андрей, сотрудник спецназа Главного управления Генштаба РФ, вместе со своим отрядом направляется на перехват группы боевиков, проникнувших на территорию РФ и скрывающихся в горах. Отряд попадает в засаду, теряет большую часть людей. Из боя возвращается только двое – Андрей и его друг Семен. Андрей, получив тяжелое ранение, демобилизуется из армии и устраивается лесником у себя на малой родине, где сталкивается с несправедливостью и произволом местных царьков. Защищая честь девушек, он вынужден вступить в жестокую схватку с целым бандитским кланом. Собственно, главный наш герой – это Эндрю, бывший солдат, который обладает уникальной способностью раскрывать самые сложные дела. В частности, главный герой сериала не только профессиональный военный, но и человек с трагическим прошлым. После службы Андрей обретает новую цель – он становится лесником в родном городе. Одиночество не беспокоит его, он чувствует себя полностью довольным и счастливым от общения с природой. В лесу, принадлежащем Андрею, трое молодых людей жестоко избивают, насилуют школьницу. Полиция отказывается производить расследование, потому что один из насильников – сын крупного преступника по кличке Хозяин. Андрей решает сам наказать преступников. В результате он сталкивается с самыми влиятельными людьми в районе и ставит под угрозу не только честь девочки, но и жизнь Андрея. Вот, и, собственно, сам он, конечно же, подставляется под все это, но, тем не менее, выходит живым из воды, но не сухим, с ранением, потому что пришлось ему ликвидировать этого хозяина. Он сам сначала хотел его ликвидировать, а потом что-то у него пошло, скажем так, не так. Вообще, концовка первой серии получилась довольно-таки странной, то есть прям как будто бы оборвалось все. И в целом сериал, он не из большого количества серий состоит. Вот, мне все-таки понравилась более-менее первая серия, хотя, опять же, серия какая-то немножко получилась странноватая. Я бы ее, пожалуй, так назвал, так охарактеризовал. Но, тем не менее, все-таки что-то в этом есть. В общем, ребят, жду ваше мнение в комментариях насчет данного сериала. Что нравится, что, может быть, не нравится, какой ваш любимый персонаж, а какой, наоборот, нелюбимый, там, возможно, какой-то пугающий, отвратительный и так далее. На самом деле, здесь, если говорить об актерах, то с точки зрения каких-то известных актеров, ну, здесь есть Игорь Жижикин, например. Но пока я его что-то как-то не наблюдал в первой серии. Главная роль вроде как Арсен Петросян, ну кто он такой? Ну, честно, хоть для меня малоизвестный актер. Где он был? Например, в «Изгоях», «Приговоренный», «Джокер 3», «Охота на зверя». На самом деле у него всего лишь 6 работ в 4 проектах. И как раз таки в «Мстителе», «Страшный лес», он также еще и выступает в роли продюсера. Вот. А что касательно еще известных актеров в этом сериале, это Александр Абласов, это Сергей Холмогоров. Ну, по большому счету, и все, наверное. Их актеров я ничего не особо знаю. Вот. Но, тем не менее, сериал, мне кажется, достаточно неплохим. Хотя, немножко непонятен мне сюжет. Поэтому, все-таки, ну, первую серию я ценю все-таки скромно. 6 баллов из 10. Жду ваше мнение в комментариях. Пишите.